Привет-привет, друзья! Рада видеть вас на канале. Сегодня у нас в центре внимания посудомоечная машина Hi5D84DW. Эта красотка обещает сделать нашу жизнь проще и чище. Но так ли все идеально, как кажется? Давайте разберемся, что она из себя представляет, какие у нее фишки и, конечно же, оценим все плюсы и минусы. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Ссылки на товар вы найдете в описании под видео. Поехали! Давайте сначала взглянем на внешний вид этой помощницы на кухне. Посудомоечная машина Hi впечатляет своим элегантным и современным дизайном, который прекрасно впишется в любой интерьер. Она достаточно компактная, с высотой 81,8, шириной 59,8 и глубиной 55 см, что позволит удобно разместить ее даже в ограниченном пространстве. При этом ее вес составляет 38,6 кг, что дает ощущение надежности и устойчивости. Машина выполнена в классическом белом цвете, который всегда остается актуальным и легко сочетается с другими кухонными приборами. Не забудь заглянуть в описание под видео, там тебя ждут ссылки на проверенные магазины и эксклюзивный скидочный промокод, который поможет сэкономить на покупке. Теперь давайте погрузимся в особенности посудомоечной машины Hi. Этот аппарат однозначно заслуживает внимания тех, кто ищет сочетание эффективности и экономичности. Начнем с того, что она принадлежит классу энергопотребления А, что означает низкие счета за электричество и заботу об окружающей среде. Что касается воды, то тут Hi демонстрирует свою экономичность, расходуя всего 9,5 литров на один цикл. Уровень шума у этой машины тоже на высоте, точнее наоборот, на низком уровне, всего 44 дБ, что примерно равно тихому разговору. Так что можно спокойно включать ее даже ночью, не опасаясь разбудить соседей или спящих домочадцев. Сушит она посуду тоже не абы как, а на высоком уровне. Сушка класса А с использованием вентилятора. Это значит, что ваши тарелки и стаканы будут не просто чистыми, но и абсолютно сухими. А благодаря 8 программам вы сможете подобрать оптимальный режим для любой ситуации. От легкой повседневной мойки до интенсивной чистки самых загрязненных кастрюль. Максимальная загрузка до 15 комплектов посуды делает эту модель идеальной для большой семьи или тех, кто любит устраивать вечеринки. И, конечно, куда же без системы защиты от протечек AquaStop, которая обеспечит спокойствие и защиту вашего дома от случайных неприятностей. В общем, эта посудомоечная машина действительно хороша в мелочах, делая вашу жизнь легче и комфортнее. После внимательного изучения отзывов владельцев я выделила основные плюсы и минусы посудомоечной машины Hi. Начнем с того, что некоторым пользователям показалось недостаточным следующее. Минусы. Шумная. Нет функции доп. Полоскания. Сложно выставить по высоте. Не подходит для IKEA. Плюсы. Вместительная. Функциональная. Легкая в обращении. Экономичная. Режим для хрупкой посуды. Половинная загрузка. Таймер отсрочки. Рассчитано на 15 комплектов. На этом у меня все. Напоминаю, что ссылки на проверенные магазины и эксклюзивный скидочный промокод ждут тебя в описании под видео. Обязательно поделись своим мнением о посудомоечной машине в комментариях. Интересно узнать, что думаешь. И, конечно, если обзоры тебе по душе и ты хочешь видеть больше таких видео, подписывайся на канал и не забудь поставить лайк. До скорых встреч, друзья!